Лишним штрафом наказана команда СКА. После видеопросмотра было определено, шайба попадает под атакующего игрока, клюшка выше, перекрыть контроль, взятие не засчитано. Дмитрий Яшкин, номер 23. За блокировку малым штрафом наказывает игрок команды СКА. За право Бардаков номер 10. Алексей Бывальцев, номер 28.
Дамы и господа, благодарим вас за внимание. Матч...